Вот это вот косточки вишни. Я их обнаружил в десятке мест, везде, где валялся кусок рубероида под ним. Вот здесь лежал, видите, почему нет травы? Это я поднял кусок, ну, сейчас, прежде, хозяина там кое-где остались, вот, как называют там, кусок листовой резины, вот под ней лежало вот это. И так далее, и так далее. И вот, значит, когда я видел, что каждый просверлен, и в этом году как-то особенно упор сделан, что человек 10-15, у них не взошли мои вишни. Они сами гадают, я гадаю. Начинаешь пытать, вроде все делали так, как я учил. Они не взошли. И у меня такое мнение, что мыши, у них такой нюх, что если они... А я же учу закапывать не глубоко, и это минус. Этот минус мог вылететь в то, что им сходить-то больше нечем, даже на второй год. А глубоко закопают, сгниют потом. Вот то, что там было, помните, женщина просила помощи. У нее яблоня была под мочой. Может, она еще и была глубоко закопана, гнила. Где-то у меня тут... Нет, это в другой раз. В общем, я вам несколько раз показывал саженцы, их присылали. Сергей заказывал в Крыму. Ну, надо было всего лишь веточку успеть отрезать, прежде чем сдохнуть. Где-то успел, помните, розмарин? Вот, допустим. А где-то не успел, несколько сортов шикарных. Даже не успевает, сразу гибнет. А у них были сгнившие эти, переход земля-воздух. Вот эти места были сгнившие, а корневища их у них нет, это палки пророщенные были. Так, а их пророщенные палки, корни искусственные, их привили и продали. А уже пришли они, на двух уже были гнилье. То есть у них уже вот это место, вот переход земля-воздух уже был гнилой. Я покажу в другой раз, но я вам уже показывал, мне просто можно не возвращаться. И получается что? Ну, там-то палка, а если глубоко кочку посадишь, вот, она вылезет и вылезет, а потом сгниет. А здесь я учу не глубоко, опять минус. Мышь унюхала, и вот, пожалуйста, результат. Вот. Возможно, что у 10-15 человек неудача связана именно с мышами. Вот. А если вы вспоминаете добрая сотня, 2-3 сотни человек, которым я выслал подарки, вспомнили? И ведь не поленился. И там обязательно были вишни. Вишни волочные и вишни сибирская самба. Вспоминайте, многим даже достались вишни с генами черешни. То есть я не мелочился, вспомните. Таких подарков было несколько сотен за зиму. И этим я перекрывал частично свою совесть, успокаивал. Не взойдет – это подарок. А взойдет – это подарок в квадрате. Вот так вот я работаю, потому что полностью обеспечить, если в моем саду вот это творится, только руками разводить.